Опа! Волшебник! Ура! Ага, интересно, Crystal Ball. Он вроде урон от магии повышает. Белл. Spell Tome. Ау. Стопэ, стопэ, не убивайте ни меня, ни его, пожалуйста. Дебилы! И он тоже дебил. Блин, кого хера он стал прям в лаву? Типа, уж лучше я умру от лавы, чем от этих существ. Мимик! Охренеть! Так, 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 так. Стратегия. Еще и червяков тут всяких не хватало. А, это лох. Это лоха червь. Отлично. Скелет сдох. Это что за звуки там? Так, вылечимся. Так. Медуза! Жопа! Вот это жопа. Она вроде не хардмодная, да? Но все равно жопа. Не могу никого ударить через эту щель. Во. Ура! Какой-то бесполезный кинжал. Ой, это еще ублюдок. Очень интересно все. Тут у нас. Ой, я умер, а волшебник как раз пришел ко мне домой. Раз я умер, то сейчас я попробую что-нибудь скрафтить. Чтобы хотя бы, не знаю, кирку или что-нибудь еще, чтобы хотя бы мне чуточку было попроще. Так, волшебник, куда ты поселился? Почти не дебил. Так, что еще ты подаешь? Даже не знаю, нужно ли мне что-нибудь это или нет. Предположим, что нет, и пойдем дальше. Так, 360, я посчитал, мне надо 750. То есть мне еще надо 390. О, ура, у меня есть железо. Ура, у меня есть медь. Так, это говно ломаем. Ой-ой-ой, слишком низко ушел. Так, melee weapons. Эта штука 49, а у этой 31 было, а у этой 32. Так, адамантитовая печь. Отлично, адамантитовый слиток. 66. Кирка. Так вот. Эта хрень больше не нужна. У меня еще 40-48 осталось.
Так, если 5, 750 поделить на 5, это сколько будет? 130? Да ведь? Стоп, 750 поделить на 5, это 130 будет, да? 150. Чё я туплю? То есть мне надо, если так, то 150 слитков. 100% X-Power. А у этого 150% X-Power. И в чем тогда прикол? Смысл делать эту штуку, если это мощнее, да она еще плюс ко всему и как молот. Не знаю. Это то же самое абсолютно. Ну почти. Ну-ка, это 141, это 45. Сделаю, пожалуй, меч, и вот эту штуку сделаю, и репитер сделаю. Ну и просто чисто для коллекции это тоже сделаю. Так, теперь вот это вот идет вот сюда, это идет вот сюда, это идет вот сюда. Living Fire Block, вау, это откуда у меня такое взялось? Так, Tools. Вот это вот. Вот это вот. Magics. Тюнинг, типа он ко мне в инвентарь, что ли, телепортируется. 41 урон, на самом деле, очень неплохо. Учитывая то, что он с такой скоростью. Да, так, Melee Weapons. Вот эта штука, Night's Edge, который я потом... Он мне еще понадобится. Допустим, что я согласен эту хрень в себя держать. Can be placed. Это блоки, знаешь? Да, это блоки. Получается. Materials. Soul of Light. Beetle. Red Husk. А вообще, я могу вот так чуть-чуть хоть что-нибудь сделать? Нет. Pearlstone Block. Unholy Arrows. Ranged Weapons. Сюда вот это засунем. Silver Bullet, да, пусть, да, это вот тут, а это пусть вот сюда идет. Вот так вот. Намного, мне кажется, лучше. Ох, сколько у меня тут всего в инвентаре уже. Ладно, продолжаем добычу. Мими! О, Titan Glove вообще по кайфу. Это реально очень круто. Мне так повезло, что она мне выпала. Ай, да как я... Как тут летать, что за говно? Офигеть, у меня уж так мало здоровья осталось. Жопа. Опа. Ладно, пожалуй... Ладно, да, все. Сан Фьюри. Неплохо. Итак. Ой, да как он исчезает? Я же не кликаю на кровать, я рядом с ней кликаю. Вообще бред какой-то. Короче, мне хватает адамантита, наконец-то. Я собрал даже больше, чем мне требовалось. Так что это все очень круто. Так сразу все остальное тоже в слитки превращу.
Так. Так. И вот так. Места, да, даже не хватает, а? Бля. Ладно, сейчас все быстренько в сундуки застакаю. Вот, теперь должно все уместиться. Так, еще раз застакаю. В смысле, у меня статуя акулы уже была, что ли? Да, а я и не знал про это. Тил Машрум, это у нас... Плэнс пусть будет, хоть это и для красителя, но все же... Аксессуары... сюда. Это блоки, получается. Сколько я понимаю. Руды. Ай да пофиг, пусть стоят как стоят вообще. Снучки это вот сюда. Ой, ой, да не так же, надо их поставить. Эта штука... Это она будет, она используется для лампочек таких, которые здоровье, регенерацию повышают. Дерево. Эти зелья сюда снова обратно. И сейчас начинаем делать наконец-то броню. Штаны. Нагрудник. Магический шлем. Шлем дальнего боя, в смысле? Стоп. Я что-то не рассчитал? Как это? Я думал... Стоп. А, да, я не рассчитал. Блин, я тупой. Ладно, пойду еще чуть-чуть поищу. Все, теперь уже точно хватит. Это я просто вот обещаю. Особенно меди и серебра. Вот. Вот. Шлем такой. Так, надо все застакать, да, я так понимаю? А что с... Бла-бла... А, это... А, это не снег, это... Этот... Жемчужный песок. Pearl Sand. Как что-то все не организовано. Ха-ха. Бывает, что ж. Так, это сюда. Так... Чем я больше всего пользуюсь? Скорее всего, все-таки вот этими двумя штуковинами. Так что, возможно... Потому что вот этим редко пользуюсь, этим... Так, чуть почаще магическим, что-то в последнее время вообще не пользовался. Так что пусть будет вот такое у нас снаряжение. Так, армор, где армор? Вот, армор. Армор, армор. Ой-ей. Ай, ай, ай. Так, эти два у меня пусть с собой всегда находятся. Ну-ка, если я так поставлю обратно, то он... Нет, он уже не станет вот таким. Ну ладно. Значит, теперь мне 55 защиты. Это намного больше, чем у меня было до этого. Я так понимаю. И это очень круто. Только я, честно, сейчас даже не представляю, что мне теперь делать. Надо по достижениям посмотреть. Крылья. Виверн, что ли? Надо пофармить. Похоже на то. Офигенно. Пофармил. Ну что ж, зелье гравитации. Где они у меня тут? Вот. Уху. Где у меня тут летающий остров есть? Вон там. Даже вроде два. Ох, эти верные меня сейчас так убьют. Так сильно убьют ведь. Вообще. О! Ай, ай, ай.
А. Блин, и гарпии еще тут мешаются. Бесят они меня. Все. Блин, это виверны столько хп, это жопа полная. Да хватит меня стрелять своими перьями тупыми. О, вот так вот может. Только вот так вот, если... О, вот так вроде неплохо. Ау, не попал. Ведь мне не хватит этих душ на то, чтобы скрафтить крылья, те, которые из нее одной выпадут. Еще уворачиваться от нее надо. Опять что ли гарпия тупая? Ой. Как это все очень опасно. Охренеть. Это, блин, это реально как босс какой-то. Надо еще в нее попасть. У нее осталось вроде мало. Пираты, что? Какого хрена? Какая же мне задница? Надо, ясно. Тем более мне ингредиента нет второго, чтобы их скрафтить. Пираты! В рот мне... Ой. Вот это жопа!